Изображение дерева удлинено на 60 метров от объектива фотоаппарата. Имеет на пленке высоту 8 мм. Смотри рисунок. Расстояние от объектива до изображения равно 40 мм. Какова высота дерева? Для начала перерисуем рисунок, запишем дано. Сделаем схематическое изображение нашего рисунка, чтобы было удобнее решать задачу. Тогда у нас получается, что АБ равняется 8 мм. СТ равняется 40 мм. АБ параллельно КД, так как изображение и дерево у нас перпендикулярно поверхности Земли. CP равняется 60 метров. Переведем в миллиметры, так как большинство наших измерений в миллиметрах. Тогда у нас получается 6 на 10 в четвертой миллиметра. Найти КД. Высота дерева КД неизвестна. CT перпендикулярно АБ, так как линия горизонта перпендикулярна пленке. Тогда отсюда следует, что угол BTC равен 90 градусов. CP перпендикулярно КД. Здесь аналогичная ситуация. Линия горизонта перпендикулярна дереву, так как дерево перпендикулярно поверхности Земли. Отсюда следует, что угол DPC равняется 90 градусов. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что угол BTC равен углу DPC. Угол BCT равен углу PCD, так как они вертикальные. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник BTC подобен треугольнику DPC по первому признаку подобия. Если два угла одного треугольника, соответственно, равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда у нас получается, что PC так относится к CT, как KC относится к AC. Позднее это выражение нам пригодится. Угол BCA равен углу КСД, так как они вертикальны. Угол АБС равен углу СДК. Эти углы равны, так как это накрест лежащие углы при параллельных прямых АБ и КД. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник АБС подобен треугольнику ДЦК по первому признаку подобия треугольников. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда у нас получается, что КД так относится к АБ, как КС относится к АС. А ранее это соотношение мы получили. Тогда, приравняв по правым сторонам, у нас получается, что КД так относится к АБ, как ПС относится к СТ. Выразим отсюда КД. Тогда у нас получается, что КД равняется ПС умножить на АБ, знаменатель СТ. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда КД будет равняться ПС по условию равняется 6 на 10 в четвертой умножить на АБ. АБ равняется 8. Знаменатель СТ. СТ 40. Посчитав, получаем 12 тысяч миллиметров. Переведем в метры. Это 12 метров. Запишем ответ. Высота дерева КД равняется 12 метров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.